Всем привет! Ну что ж, опять испытание выжившего радио, которое вы больше всего не любите. Мы будем открывать сейчас по причине того, что нам нужно удержать свое, скажем так, третье место, потому что тут у нас Нуби уже нас обогнал, Леркун нас тут обогнал, надо бы немножечко подлететь вверх. Поехали, сейчас мы откроемся на 26 миллионов, то есть 13 карточек, посмотрим, во-первых, что упадет. Поехали смотреть, 130 карточек, что интересно, мне нужна Холли на данный момент и Саманта. Все, мне больше в принципе никто не нужен, но как обычно мне сейчас будет валиться Боб. Походу мой запас Холли был раздан мне на пару месяцев вперед. Просто 4 открытия, ни одной золотой карточки. Обожаю прекрасную эту игру. Просто, смотрите, ни золотых медалей сражений, ничего. О, Шейн, который мне тоже уже не нужен, который мне просто валится и валится. Вот, вот оно, шо, Холли упала, все-таки. Так, золотая медалька сражения, это уже хорошо. Так, кони у нас тоже нету, ладно, кони сойдет. Но мне нужна Холли и Саманта, чтобы позакрывать. Не, ну золото так-то неплохо валится. Так, Абрахам. Абрахам тоже собран. Дайте Холли мне. Фигушки, да? Ну ладно. Так, идем забираем наши бонусы. 24 миллиона, первое место 42 миллиона. Это что, 60 карточек за первое место? А нужны ли они мне? Нужно ли мне первое место? Вот в чем вопрос. Так, сильнейший выживший. Ну, мы уже на седьмое место взлетели. Это уже не может не радовать. 331 миллион. Сколько разница между третьим и четвертым? 60 губернаторов. Опять, блин, где-то позади планеты всей будем. Еще что ли подоткрыть? Прям хочется. Но в любом случае, еще 30 карточек-то мы откроем. Надо открывать, потому что Холли надо собирать в любом случае. Что мне? Три Холли так-то всего лишь надо выбить. Три. Всего лишь три Холли. Вася! Так, что? Мы ждем, когда останется полторы минуты или две. Так, давайте мы на 30 откроем сейчас и там посмотрим. Так, испытание выжившего. Где мое радио? Радио, радио. Раз. Вот, Саманта, наконец-то. Ой, золотые медали сражения, уже хорошо, мне уже это порадовало. Два. Вот, Боб и золотые медали. Так, я тоже готов на такое, согласен. О, Бойд и две золотых медали сражения. Это еще даже лучше, чем какой-нибудь золотой герой. Вот это уже другое дело. Так, а что у нас там по Саманте? По Саманте у нас еще две до четырехзвездочной. Капец, как Саманта долго собирается. Вообще ни в какую не хочет собираться. Так, идем ли мы за первым местом? Это что мне? Сколько надо будет? Уф, что-то 140 карточек. 140, ой, 14 миллионов. Это минимум, минимум. Еще 70 карточек открыть просто, чтобы получить одну помелу. Я считаю, что это глупо. Мы сейчас сделаем по-другому. Мы сейчас синих карточек штуки 4 откроем. И на этом, наверное, остановимся. Так, радио, синие карточки. Раз. О, Билли, нифига себе. Нормас. Эми, ой, я говорю, синих карточек бывает валится фиолетовый, блин. Просто с 30 синих карточек 3 фиолетовых героя. Вообще это видели. Так, ну что, у нас 36. Я думаю, он нас обгонять не будет, Раш Тибзи. Я думаю, он все свои карточки открыл. Мы спокойно заберем второе место и не будем ничего тут усложнять, какие-то там создавать проблемы. Ну, получим на 10 меньше губернаторов. Ну и что, да? Все равно, я думаю, Нуби нас захочет обогнать. А тут 50 миллионов до Леркуна, что-то как-то многовато. Хоть там, конечно, и хорошо, что там плюс 20 губеров. Но мне как-то за губерами гнаться, я их тогда, помню, собрал, и что, и просто потом не участвовал. Так что лучше будем участвовать. Поэтому, я думаю, мы здесь остановимся. Нас никто все равно здесь не обгонит. Плюсом 4 помылки мы сейчас заберем. И будет вообще красота. Еще плюс 4 помылки, и у меня их уже будет 35. 35 это хорошо. Так что да. Сегодня радио нам хватит. Холли и так сегодня 3 штуки целых выпало. Остается еще 3 только дособирать. И будет у нас Холли тоже 5-звездочная. Но это не быстрое дело. И это плохо. Но ничего, время есть.
Так что ждем 40 секунд. Тебе второе место. И да, никто нас обгонять не будет. И мы забираем второе место. В сильнейшем выжившем у нас получается, что мы сейчас на 7-м. И это уже, в принципе, хорошо. Смотрим дневник. Да, второе место, так что мы рады.